Любители прокатиться по пляжу – настоящий бич курортного сезона. Не только мешают отдыхающим, но и нарушают закон. На основании постановления главы администрации город-курорт Анапы Сергея Павловича созданы мобильные группы по выявлению и недопущению выезда транспорта на пляжные территории. Продолжается патрулирование пляжных территорий по пресечению движения транспорта. Ежедневно сотрудники муниципального контроля совместно с сотрудниками роты ДПС смотрят за порядком и безопасностью на пляжах. Сотрудниками роты ДПС города Анапа выявляются административные правонарушения правил дорожного движения, такие как движение квадроциклов по пляжной территории в нарушение знака 5.33 «Пешеходная зона», управление вышеуказанными транспортными средствами без мотошлема, осуществляется проверка всех необходимых документов, а именно таких документов, как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса. Но это не останавливает нарушителей. Они продолжают ездить на квадроциклах и автомобилях по пляжам. Однако безнаказанными такие действия не остаются. Сотрудниками роты ДПС ежедневно проводятся рейды. На правонарушителей составляются протоколы об административном правонарушении, и штрафы предусмотрены немалые.